Итак, да, в данном обзоре онлайн-платформа TwinLinker, последнее обновление, опробуем базовый пакет. Главное окно TwinLinker — это еще до обновления. У меня оказывается пробная версия, истекающая через 9 дней. Попробую еще раз обновить. Сейчас! Онлайн-платформа TwinLinker, после обновления. Но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Джоник Икс. Напомню, TwinLinker – онлайн-платформа для вывода на всеобщее обозрение результатов своего творчества из программ компании Advent, среди которых есть TwinMotion. До этого обзора уже был подробный разбор обновления, советую ознакомиться сначала с ним. Однако на то время переход еще не был завершен, а потому была видна надпись про истечение срока действия пробного периода. Что же произошло после отметки в 9 дней? Если быть точнее, времени прошло больше, но вряд ли мой аккаунт оказался заблокированным. В TwinMotion создаем фотографию. Затем в экспорте в настройках указываем, что она попадет в TwinLinker. Ставим «Он». Это один из способов зайти в онлайн-платформу. Нас также встречает пригласительное окно. Connect. Заходим, регистрируемся через Advent ID. По традиции, эта часть обзора была смонтированная, то есть я знал о своих шагах. А, впрочем, и следующая часть тоже смонтирована, потому что традиция ломалась устой на канале, а мы продолжаем. На первый взгляд, страница не претерпела изменений, аккаунт цел, а это главное. Однако, после просмотра предыдущего обзора, в глаза бросается отсутствие красного розового прямоугольника с надписью Warning. Внимание и количеством дней до истечения срока действия пробного периода. Изменились и лимиты информации для размещения проектов. Рамки пробной расширенной версии превратились в базовый пакет. 10 гигабайт свободного места, 100 изображений, 20 панорам, 2 видео. Одно 360-градусное видео и одна публикация. Еще их называю виртуальной площадкой для осмотра. Однако у меня вопрос. Если можно разместить только одну виртуальную площадку, то почему правее их две? Ответ был на другой вкладке Shares, мой перевод ссылки для общего доступа. Stalk C Status, статус активна только одна площадка. При попытке активировать вторую, сверху появляется предупреждение You exceeded your authorized number of shares. И в скобочках цифра 1, то есть превышено число ссылок. Да, базовая версия указана не больше одной ссылки. Кроме того, в раскрытом имени вместо надписи Trial пробная теперь находится Free, бесплатная версия. В остальном же изменений найдено не было. А на этом все. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч!